сяду, все закрою. От нас денег все это сделано, видать, не перебивает. Когда регистрацию сделал? 9 августа сделал. Расскажи мне. А мне учить, смотрите. Расскажи мне, мил друг, как ты сделал регистрацию? Хозяйка? Хозяйка или хозяин? Жена хозяина. Жена хозяина, что ты мне рассказываешь? Хозяина нет жены, хозяин в тюрьме сидит. Женщина была. Женщина была? Да, да. Где ты едешь? У Чечнева регистрация, но. Лёх, у этого 18-8. Он в мае приехал, 3 августа выехал, 4 августа заехал. На родину едешь, друг. Ты же знаешь, однодневный нельзя. Еще раз поедешь, но уже на 5 лет. Попей водички, угости меня. Тоже с нами поехали. Да. Фотографируй. Да, пусть со мной. Бежать, да, то. Сюда или туда? Чтоб друг не потерял смарту. Где? Вот это? Куда нашел-то? Эй! Поехал. Подожди, можно положил. Как это вашу машинку ставит? Yeah. Это друг просто. Сюда ставь. Что, назад или впереди садись? Назад, конечно. Впереди я сяду. Сюда сяду. В багажник. Все, кстати, давай. Все, присаживайтесь, пацаны, присаживайтесь. Уважаемые, давайте, поехали с вами, значит, с вами. Поехали. Выйдем, что будет, то будет. Да. Расстрел, так расстрел. Да, вот. Что, попил? Не попил, да. Таджики. Давайте по-русски, слышите меня? А что? На языке страны пребывания разговаривай. Плохие слова говорим. А откуда я знаю, что ты ему говоришь? Да. А может, ты ему говоришь, давай зарежем полицейских, убежим. Астафрала, такие вещи мы не говорим. Слышите, что? Я говорю, пацаны, разговариваем по-русски. Приехали в Россию. Да, значит, ты разговариваешь. Базарьте по-русски. У себя будете на родине говорить на своем языке.